Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. Пришли сегодня две посылочки с сайта AliExpress. Давайте посмотрим, что там пришло. Я уже распаковал одну. Пришла такая вот елочка. Стоила она $1.32. Такая вот елка. Это украшение на бутылку. Здесь вот кармашек такой есть. Одевается на бутылочку. Вино. Типа такого. На разные всякие бутылки. Ссылочку на товар оставлю в описании, если кому интересно. Материал, ну, вроде бы такой нормальный. Не совсем дешевый. На вид красивая. Такая вот елочка была. Давайте посмотрим следующее, что там. Так вот упаковано все хорошо. Такая вот коробочка с пожеланиями удачи и успеха. А внутри у нас такой вот кулончик счастья и здоровья. Стоил он $1.90. Такой вот он коробочке приходит. Такой нелегенький он. Такая вот елочка на нем нарисована. Такой вот интересный кулон. Ссылочку на него тоже оставлю в описании. Цены постоянно меняются. Так что смотрите сами. Такие вот две посылочки у нас сегодня было. Подписывайтесь на канал, ребят, ставьте лайк, если понравилось видео. Всем пока!